Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкур Шоу, и мы с вами возвращаемся в Hellblade Senua Sacrifice. Самопожертвование Senua. Адский клинок. Итак, у нас здесь дверь, собственно, к этому, к не помню, как этого хрена зовут, короче, иллюзии там, все дела. У нас их тут двое. Один серый, другой белый. И много-много знаков ворона, которые нам нужно соединить. Ну, давайте пойдем к тому, наверное, сходим. Хотя, блин, вот фиг знает, к какому идти. Вот скажите мне голоса, вот вы такие вечно, короче, это, что-то болтаете, что-то говорите, а по делу как бы очень мало. Ладно, пошли туда. Опа-на. Я уже фиг его помню, откуда я пришел. Так, мост можем здесь опустить. Давайте это сделаем. Так, это он? Нет, не он. Немножко поигрался я с графикой. Надеюсь, сегодня вообще будет еще получше. Надеюсь, сегодня будет у нас получше с качеством видео. Так. Вот он, есть портал. Мы, собственно, через него проходим. Отворачиваемся, поворачиваемся. Проходим. И чё? Вон он болтается там, мразь. Стой. Так, мы прошли. Это он. Это он. Ну да, это он, и чё? Блин, конечно, здесь эта тема с тем, что вжух и все меняется вообще абсолютно, это офигеть. Так, подожди, а если пройти спиной? Тут можно спуститься, нет? Нет, нельзя. Чё ты там шепчешь, блин, перестань. Капец. Как к нему забраться? О, подожди, стой. Ага. Стена. Нет стены. Прошли, запомнили. Все, нет стены. Не своди глаз. Не своди глаз. Иди так. Во. Хорошо, сразу не заметил. Искал другое. Так. Все, это подъем наверх к нему. Дверьку можешь открыть? Давай, чтобы потом 10 раз не бегать. Давай. Стой. Назад. Ну и забирайся. Ох уж эти иллюзии. Так, ты там, да? Окей. Здесь мы ничего абсолютно собрать не можем. Ладно, нам сейчас надо за ними двумя, короче, погоняться. Потом мы уже сможем соединять эти знаки, потому что сейчас, так понимаю, ничего не сделать. Ну, давай, ползи, чё ты? Ползи. Так. Блин, капец. Это, на самом деле, я думал, что здесь будет как-то больше боя, что ли. То есть экшон прям. А здесь, на самом деле, такая она психологическая. Ты бегаешь, ты постоянно от этих голосов просто погибаешь. Это вот вообще потому, что достали они шептать постоянно. Так, что это? Ясно, это часть истории. Но, видимо, она нам нужна будет потом как-нибудь. У меня нет времени это чего читать, чувак, потому что мне нужно разбираться с тем, как же забраться вот туда вот. Капец. Вот и смысл, что мы сюда сошли.
А, я понял, все нормально. Мы же убрали. Точно, мы не можем здесь пройти, потому что мы убрали кусок стены. Соответственно, мы его сейчас вернем, а дверь-то у нас уже открыта. Все. Ясно, понятно. Тихо. Вот так вот пробегаем. И стена. Все. Подожди, стой. Почему? Алло. Пробегай вот так вот. Все, не с... Угу. Все, я понял, как это делается. Опа. Вообще класс. Очуметь. От этого на самом деле мозг очень сильно ломается. Вот у вас, например, не ломается? У меня прям капец, что-то ломается. Так, все, можем подниматься наверх. Давай, 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 давай. Фух. Вот и хорошо, вот и славненько, окей. Так, ты у нас, конечно же, пропал, да? Ну да. Ты у нас пропал. Что у нас делает вот эта штука? В какую сторону мне сразу смотреть? Тихо. Она убирает часть. Так, хорошо. Таким образом мы уберем. Вороны пропали? Нет, пропала половина. Это западня. Все, половина пропала. Потом мы очистим другую половину. Тихо. Мне нужно подумать. В диком лесу, на холодном зимнем ветру. Ей уже казалось, что в этом мире для нее места нет. Она почти отдалась тьме. Почти. Второй вот там. Но потом она вспомнила слова Делиона. Вспомнила о своем обещании. Тогда она решила продолжить борьбу и убить то, что стало частью ее. Так. Собственно, добравшись до второго места, мы... Да, вон он там. Добравшись до второго места, мы уберем вторую половину этих воронов. Ах, ты же мразь, а. Он меня не пускает. Он пытается всячески помешать пройти. Но мы с вами это не лыком шиты. Пройдем. Давай. Так. Стоит там. Куда? Блин, вот если бы ты могла ползать, было бы намного проще. Вот здесь мост должен быть, да? А у нас здесь есть где-нибудь... Это, фигня. Галлюцинатор будем ее называть. Галлюцинатора нет нигде. Это печально. Как нам туда попасть? Нам нужно ту сторону, потому что там есть мост. Там есть мост. Может попробовать пройти через эту? Может быть, она тоже что-то меняет? Ладно, с одной половиной мы разобрались. Сейчас разберемся и с другой. Так. Смотрим, что у нас сейчас поменялось. Но мне кажется, нет, это не вариант. Не сработает это так. Потому что это все-таки влияет на... Работает. Это так и работает. Окей, будем знать. Охренеть. Вот и как надо было об этом догадаться? Блин, короче, я-то думал, что мы в этой серии уже будем сражаться с этим уродом. А тут... Наны-наны. Нифига, мы еще, блин, будем его головоломки решать. Он достал, если честно, это просто дичь. Такую просто устроил хрень. Ты где там? Вон он там светится. Надо сейчас опустить мост. Быстрее, быстрее, быстрее. Потом подниматься по лестнице. Я надеюсь, нам не придется к галлюцинатору к этому возвращаться обратно. Кстати, галлюцинатор прикольное название. Давайте так и называть. Открывай.
Эй, алло. А, это, фу, не та кнопка. Я сфокусироваться хотел на мосту. Но зачем? Не знаю. Все, есть. Это мы тоже открыли. Теперь бежим наверх. Я очень, очень надеюсь, что не надо пользоваться им. То мы просто сейчас зайдем сюда. И все будет изи. Но с этим уродом изи, изи нифига не бывает. Так, вторую половину убираем. Вороны, пропали. Нет, пропала половина. Это западня. Нет, Вальравен помогает. Оглядываясь назад, я понимаю, как наивно было полагать, что она сумеет победить сама. Чем дольше она вглядывалась во тьму, тем меньше она видела. И малейшие намеки на форму, звук или мысль, мелькающие во мраке, вырастали и крепли, и захватывая ее целиком. Прежде чем она успела что-то понять, тьма уже крепко держала ее в своих когтях. Тихо. Не так. Стой. Вот так. Есть. Фу, справились, блин. Ух, ты чё орёшь-то так? Подожди. Чего вы разорались? Это же я сделал, вы вообще ничем не помогли. Над тьмой нельзя одержать победу. Не похоже, что тьма хочет убить ее. Не сейчас. Она будет терзать ее. Выжидать. И когда она ослабеет, тьма ударит наверняка. Найдет ли она Диллиана раньше, чем настанет этот миг? Погнали. Ну, пора сразиться с Вальравном. Блин, вот зараза, я вижу впереди еще этих воронов. А, вон, нет, скелли, да, или ты? Да, это он. Здорово. Эй, чё клюм своим? Урод. Достал, а? Когда уже нам дадут его фигануть нормально? Хватит этих головоломок. Я не ожидал, что игра будет про головоломки, вот честно. Я не думал об этом. Офигеть. Так, все, символ, да. Одолей последнюю иллюзию Вальравна, чтобы встретиться с ним самим в его владении. Я знаю, ты все сможешь, Синуа. Ты умеешь видеть. Мы оба можем видеть тьму, Друт. Может, с твоей помощью я ее одолею? Так, спокойно, спокойно, спокойно. Тихо, не сверкай. А, вот часть. Ой-ой-ой, подожди. А я не понял. Откуда смотреть? Так это что? Ой. А что ты как-то это? Подожди. Что-то как-то странно вы расположены. Я пока не понимаю, что делать. Окей, ладно, давайте просто обойдем здесь вокруг. Одна здесь, другая там. Так, ползать по стенкам ты не умеешь. На самом деле это и плюс, потому что здесь можно было бы запутаться еще. Если можно было по стенкам ползать, так это вообще дичь. Она типа у нас такая, боевая, но ползать не умеет. Окей, вот и лестница. Там впереди ступеньки были дальше, но здесь у нас просто лестница. Окей. Я так понимаю, что эта задача не такой простой будет. Так, ты чего делаешь? Ты, видимо, освобождаешь там проход, окей. Ты поговоришь со мной, Друт? Расскажи мне историю. Синуа, послушай. Я расскажу тебе историю Финдана. Северяне схватили сестру Финдана, и отец отправил его расплатиться. Они забрали его золото, заковали его в кандалы и продержали его день и ночь без еды и воды. Потом они освободили его. Не знаю почему. Когда он вернулся, Вейрин, враги его отца, сожгли его дом.
Отца его сожгли заживо, брата убили, но он сбежал. Но сердце его переполняло печаль. Враги его отца вызвались воздать ему за потерю и пригласили его на пир в зале у моря, но там они передали его, продав его северянам, поработившим его и отправившим его в Хель. 6 лет спустя его хозяева достигли берегов Оркни, сжигая все на своем пути. В эти пожары и ринулся Финдон. Тот, кто раньше был Финдоном, сгорел дотла, но из пламени родился новый человек. Друд, тот, кем я являюсь сейчас. Нифига себе. А, подожди. Фу ты, блин, там доска. Так, ладненько, надо читать, капец. Вот почему нет русской озвучки, а? Вот вы серьезно? Почему не сделали русскую озвучку? Я, Друд. Я из Груд. Нашел себя, Синуа. Молодец. Хотела бы я увидеть свой дом, прежде чем настали темные времена. Ползай. Толкай мост. Давай, 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 давай. Шевелись, шевелись, шевелись. Нам еще с тобой побеждать Вальравна этого придурочного. Так, и чё? Эй. Хорошо, мост у нас есть. Ту-ту-ту. Жу-жу-жу. Я так понимаю, надо еще раз через галлюцинатор пройти. Мост уже опущен. И мы сможем получить желаемое состояние, чтобы пройти дальше, правильно? Ну-ка. Да, там завала этого нету. Вроде как. Можете спуститься, молодец. Да, все, можно на дерево заходить. И все, где этот козел стоял, короче, мы с этого места сейчас соединим всех воронов. Аккуратно, аккуратно. Сейчас какая-нибудь фигня случится. Тихо, тихо, тихо. Я на всякий случай мышкой корректирую ее положение, типа там влево-вправо. Но я не уверен, что я правильно делаю, что это вообще нужно делать. Ну и чё? Так это жизнь была. Сосредоточь сейчас, подожди. Вот так. Все, идем к Вальравну. Стой! Это тьма! Мне это знакомо после диких земель. Она возвращается за мной. Сзади. Да ну мы ж почти к нему пришли, ну. Я по-прежнему здесь. А ты? Где мы? О, я помню. Там, в диких местах, все закончилось плохо. Так всегда бывает. Думаешь, что можешь перебороть тьму? Осмыслить ее. Когда наступает облегчение, она носит удар. Неведомо откуда. И швыряет тебя беспомощного обратно в пучину. Что с ней делают? И разум тонет в страхе. Глубже и глубже. Погружается так глубоко в пустоту, что, может быть, на этот раз возврата не будет. Что с ней делают? Но там, в темноте, она вспомнила, чему он ее учил. Синуа. Синуа, услышь меня. Найди меня. Возьми мое железное зеркало. Посмотри в него. Это окно в Нижний мир. Внутри ты увидишь лицо тьмы, которого так боишься. Если сосредоточишься, как я тебя учил, то увидишь, что хотя тьма заточила ее за своей завесой, сама тьма тоже заточена в ней. Фокус! Фокус! Фокус!
Из-за тебя я бежала в дикие места. Из-за тебя я застряла здесь. Но теперь я тебя вижу. Ну что ж, первый босс. Тихо. Так, два удара. Хорошо. Сильно-сильно не наглеем, Два удара. Хорошо. Отскочил. Стреляет. Понял. Тихо. Ах ты. Отлично, есть. Давай. Отлично. Ой-ой-ой. А, я понял. Ну давай, здравствуй. Что ты? Это что она сделала? Отлично. Хорошо. Вот так вот. Не ожидал? И я. Тихо. Блин, я же заблокировал, алло. Отлично. Тихо, отходи. Фу. Ну давай. Умри. Хорошо. Я понял. Ага. Хорошо. Фу, тихо. Тихо. Ах ты ж, собака. Сейчас летит. Нападаем. Пускает эту. Ай-яй-яй-яй, тихо. Два удара. Спокойно. Сзади. На! Тихо. Назад. Вот так. И теперь контрол так и могла быть. Ах ты ж мерзкий. Скидается. Хорошо. Кидает вся себя. Опа. На тебя. Ага, заблокировал. Опа. Повернулись. Два. Ай-яй-яй, второй, зараза. Ах ты ж... Собака. Тихо. Не торопись. Жди вот этих моментов. Отлично, вернулись. Один, два. Отлично. Полетел. Хорошо. Наскок. Ага. Есть. Ах ты ж мразь. Один, два. Отлично. Полетел. Нет. Прыжок. Два удара. Контратака. Ага. Летит. На прыжок. Давай. Собака. Двойной. Есть. Отлично. Хорошо. Тихо. А ты легкий, дружище. Главное, все четко делать. Два удара. Контратака. Тихо. Враги. Двое. Ну давай. Не дай им окружить тебя. Умри. Что вылупился? Ух ты. Это был очень сильный удар. Тихо. Тихо. Ага. Ах ты, мерзкий урод. На. Он прикончен. Ну давай. Их трое. Аккуратно. На контратаке забираем. Тихо. Хорошо. Убирай. Ну давай. Твоя очередь. Умри. Делаем блок, а потом... Ух ты! А что ты призрачный? Тихо. Подожди, я его не могу ударить, что ли? А, сфокусироваться! Есть. Сфокусировался. Два! Ага, давай. Еще! Блин! Знал же, что два удара, не увернулся от второго. Хорошо, есть. Прыжок? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Вставай. Отлично. Отошел. Тихо. Стой. Все. Нет.
Твою же мать, так хорошо все было. Почему? Зачем? Почему ты потерял концентрацию? Стой! Спокойно. Ага, два. Нет. Просто пропустил пару ударов, и все. Ну! Хорошо. Да увернулся же, ну! Нормально. Да что ты делаешь? Ну, здравствуй. Давай. Отлично. Ух ты! Подожди, подожди! Я не был готов, то, что он не мертв. Два удара. Теперь моя очередь. Тихо, тихо, тихо. Лети. Хорошо. Прыгай. На, на. Мерзкий тип. Блин, второй надо отбивать. Одного уворачиваться, а второго отбивать. Да ну как ты попадаешь-то? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Увернулся, хорошо. Соответственно, мы получаем здоровье за успешную атаку. Да куда ж ты? Тихо! Блин, не на ту кнопку нажал. Дурак! Хорошо. Так. Она сильная, она может. Умри. Хорошо, вот это очень хороший прием. Ну что? Это был сильный удар. Умри. Хорошо. Трое. Не даем себя окружить. Сильный удар? Нет. Можно убивать. Вас осталось двое, ребята. Надо быстро принимать решение, блок или уворот. Ну? Давай. Нет! Хорошо. Хорошо. Ну давай. Ой-ой-ой! Ах, ты же мерзкий тип-то. На, на, на. Да давай уже. Тихо, 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 тихо. Блин, опять? Как? Почему он попадает? Да ну я сосредоточился. Хорошо. Он стал быстрее. Хорошо, мы немножко пополнили нашу... Хорошо. Комбинашка удалась. Ах ты ж мерзкий. Ах ты ж тип. Лети. Фокусируйся. Хорошо. Что ты будешь делать сейчас? Отлично. Давай, убей. Убей его. Убей эту мерзкую мразь. Два. Давай. Ага. Так, дальше. Прыжок. Нет. Два. Одно и второе отбиваем. О, в него прилетело. Мы побеждаем. Тихо, 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 он становится быстрее в этом состоянии. Так, давай. Лети. Лети, птичка. Хорошо. А, так. Я ведь не победила тебя тогда в диких землях. Это был обман. Но не теперь. Да. Фу, ну первый босс побежден. Офигеть. Однообразный.
однообразно. Мне вот рассказывали знатоки Dark Souls, что там прям боссы могут выдать, то есть их прям не выучишь так, и они могут выдать что угодно. Знак Вайравна. Один из ключей от врат Хельхайма. Удержи его своим внутренним взором. После каждой битвы тьма становится сильней. Каждая победа приближает ее к поражению. Несправедливо, правда? Темными зимними ночами в лесной глуши бывали минуты, когда она думала о том, чтобы прервать свой путь, прекратить. Если бы не Друд, случайно встреченный в лесу, она бы не услышала истории о северянах. И у нее не было бы этого шанса спасти душу Диллиона. Я иду. Я по-прежнему тебя слышу. Все, мы разрушили мир этого ублюдка. Вальравн. Урод. Фу, ну ладно, один раз мы ему проиграли, но, блин, что-то я не ждал. Он реально чуть быстрее стал. После того, как эту призрачную форму принял. Так, удержи его своим взором, кстати говоря. А чё удержать-то надо? Все нормально? Ладненько, сейв прошел, давайте на этом закончим. Собственно. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Hellblade Senua's Sacrifice. Самопожертвование Синуа. Адский клинок. Что я могу сказать? Ну круто, круто. На самом деле, учитывая то, что я не играл в Dark Souls, возможно, мне поэтому и интересно эти боевочки и это все прохождение. А знатоки Dark Souls скажут, пфу, да это какая-то фигня, короче, по сравнению с этой крутой игрушкой. Спорить не буду. Я не буду ее сравнивать, потому что я не играл, еще раз повторю. Точнее, играл совсем чуть-чуть, вот, но не стал продолжать. А эту игру хочется все-таки пройти и прикоснуться хотя бы чуть к чему-то такому эдакому хардкорному. Вот, поэтому я не знаю, пишите свои мнения, что вы думаете по поводу этой игры в сравнении там с Dark Souls или просто самой по себе. Как она вам вообще, что в ней интересного, что вам кажется крутым, что не крутым, что отстойным, что бы стоило подтянуть. Вот, а на этом пока все. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал и всем пока!